Новый год к нам мчится, поэтому в программе «Культпросвет» немного о мандаринах и шампанском. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Совсем чуть-чуть об инопланетянах. Сначала пришлось отсеять сумасшедших, потом пришлось отсеять тех, кто все выдумывал, и в результате осталось 10 интересных монологов. Для привкуса ностальгии о виниле. Вот именно этой пластинке исполняется сегодня 25 лет. И для ощущения вечности о немом кино. В пятницу, воскресенье и понедельник. Под духовые «Ничего так брать».